ты же тяжелый. Все. Хватай, хватай. Неэффективно. Заново, дубль два. Еще раз. Я выступаю просто правильности, ну, как бы наглядно для всех, введение русского языка. Если мы русскоязычные, то мы русскоязычные. Мы для всех наглядно сделаем правильность введения русского языка. Литературу проводим для всех. Для меня нема барьера в языке. Язык это не главное. Главное всего лишь только сама человечность. Не терять человечность и все. Будь человеком, а там разговаривайте хоть по-французски. Главное, чтобы понимали друг друга, были людьми и все. Буквы убирать для чего? Ну, як, вони посміялися над русскими там буквами, понимаешь? Там, где вони занимают територію. Все на український лад переписують, все жовто-блакитним. Ну, а ми раз, ми, значить, зробимо на русский язык буковку убираем. Маленький кайф, ну, зато приятно для души. Мы просто тут постоянно ездим туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Это наша зона ответственности. Мы тут решили поменять, чтобы было так, как бы. Они ломают, а мы восстанавливаем. Они ломают, а мы восстанавливаем. Ну это просто мы возьмем как образец, размеры. Мы с этого мягкого знака, с его объемов, будем делать украинский наш мягкий знак. Придем на русский, ДНРовский флаг. Чтоб обидно не было, зачем материалу пропадать. Вот так и будем жить. Ты сейчас скажи, что такие много мягких, чтобы они не расслаблялись.